Всем привет, дорогие наши друзья! Всем огромный морской привет из Новороссийского района, поселка Мыс Хака. Всем привет! Медуз только сегодня. Они такие классные, я их не боюсь. Как тебе водиться? Для меня хорошо. Кому-то, если кто не переносит совсем, то еще можно подождать. А мне нормально. Ребята, вы сейчас спросите, какая температура воды. Честно, положу руку на сердце, я не буду обманывать, я не знаю. Никаких табличек на пляжах нету. Я думаю, 19-20 градусов. Температура воздуха сегодня обещает быть до 25 на Черноморском побережье. И также сейчас где-то 22-23 градуса, я думаю, на улице есть. Полный штиль, как видите, никакой волны, соответственно, нет. И... в принципе, можно искупаться и поплавать. Поэтому оставайтесь с нами. Далее мы вам покажем немножко пляж центральный и, соответственно, уже, в принципе, всю обстановку, которая только может быть у нас сегодня. Ну что, ты порекомендуешь нашим друзьям искупаться? Я рекомендую Мыс Хака. Мне очень нравится здесь. Мы здесь второй или третий раз, да? Да. Но мне здесь очень нравится, потому что здесь очень хорошее дно. Сейчас... нет, не за счет, но галечка, вот как идет пляж, такое и дно. В широкой балке вроде так ничего, но там одни булыжники, там без ног, либо в обуви нужно заходить. Угу. Ну, здорово. Мне здорово. Там не нравится, а здесь мне очень нравится. Песка нет, миленькая галечка. Где хочешь ложись. Единственное, что я так думаю, что в том году вот этих вот не было зонтиков, в этом году они стоят, значит, поставят лежаки, и все это будет ладно. Да. Очень жаль. Будем наблюдать, будем докладывать обстановку по мере возможности, по мере посещения таких замечательных пляжей. Ну, на сегодняшний день просто наслаждаемся и открываем, друзья, официально вот этот купательный сезон. Поехали. Итак, дорогие друзья, я уже нырнул, чтобы до конца удостоверились, что вода действительно хорошая. Поплыли. Все. Поплыли. Красотища. Вода, ребятки, наичистейшая. Морской бриз. Это вообще волшебно. Ну, видите, мама говорит, вода теплая. Также здесь покажу небольшой кусочек пляжа. Накаляется обстановка, накаляется народ, подтягивается потихонечку, времечко 11 часов. Впереди у нас вон там вдали, где горы, там у нас Кабардинка. А за вот этой горой лежит Жук. К сожалению, пока что дымка еще не видно. Люди падают, спускаясь на пляж. Ребят, кто будет, будьте аккуратны. Здесь вот пока что находился. Уже два человека навернулись. Если вы видите, да, щебень. Поэтому будьте просто аккуратны. Спускайтесь либо здесь, либо вдоль вот пирса вот этого. Вот. Обстановка накаляется. Отдыхающие приезжают и приезжают. Температура воздуха разогрелась уже где-то градусов 26. Поднялся ветер минут на 15, и все, и снова штиль, полный штиль. Поэтому просто плавятся. Полный пляж народу, полный пляж отдыхающих. Люди уже так довольны, наконец-то, говорит, дождались, чтобы открыть этот сезон. И уже потом можно будет продолжать наслаждаться этим морем. Самое интересное это было открыть этот сезон и потом уже, как говорится, просто кайфовать от того, что есть. Вот. В общем, я, конечно, изрядно сегодня прям накупался. Но, честно говоря, хочется еще, поэтому я в обязательном порядке, думаю, не раз буду заплывать, делать такие добротные заплывы. Вода, конечно, чистейшая, чистейшие горы вместе с чистейшей водой, дорогие мои друзья. Сегодня также в Мыс Хака был
блогер со своей семьей. Кто знает, подписан, папа может. Очень был рад увидеть, познакомиться вживую. Очень было приятно. Такие у нас сегодня новости. Ну, мы двигаемся дальше и, соответственно, просто уже очень хочется глотнуть теплого, не горячего, ребята, теплого чаю и кайфовать от того, что есть. А есть у нас сегодня, я говорю, наичистейшее море, красивейшие горы, самое главное, морской бриз. Йод, йод, это то, что нужно для здоровья. И это не может просто не радовать. Вот, впереди у нас получается Кабардинка за горами. И, соответственно, вот там чуть-чуть правее, если взять, там у нас город Геленджик. Вот. И, к сожалению, его чуть не видно у нас, потому что там все в дымке. Вот. Ну, погода прекрасная. Здесь тоже ветерок. И вот так вот снова поменялась погода за считанные минуты. Конечно, тепло, ветерок, но снова пасмурно. Завершающая у нас мелодия получается с пляжа. Время вечер, где-то 17 часов. Вот. Как видите, народ еще есть, причем активно купались, снимать не стал никого, как бы ни к чему. Тут чайкам прибилась к нашей маленькой бухточке и ловит добычу себе. Так вот здорово, конечно. Как тебе запах моря? Море, море, море. Всем, друзья. Теплый, морской, черноморский. Смотри, приветик. Какая чистая вода. Встань, ну все, покидаем этот прекраснейший пляж. Ненадолго. Ненадолго, надеемся. Не будем загадывать, забегать вперед, посмотрим, как чего будет. Вот. Хорошее место. Спасибо этому замечательному поселку Мысхака. И классному морюшку, да? Суперская она. Впереди у нас Кабардинка. И вон там у нас Геленджик. Скорых встреч. Спасибо, что с нами. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Также заходите в Ярус. Подписывайтесь, смотрите фотографии. И также телеграм-канал, чат. Всем хорошего настроения, доброго вечера. И всем пока-пока.